же видно, стройка там идет, да, активно вообще? Да, 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 стройка идет. Порядка 100 тысяч квадратных метров мы суммарно вводим в год. А, пока значит, очень это мало, МКД, да? Это МКД. Всего у нас 269 прогнозов в этом году. Остальное все это ИЖС. ИЖС. Все озеро, получается, здесь будет благоустройство, получается, ну, набережная, то есть малоэтажка, ИЖС, и плюс они хотят вот эту часть блока отдать под социальное жилье. У нас есть еще что показать. Еще, да? Мы сегодня отдадим большую карту, у нас сформирован банк земельных участков, и у нас порядка 300 гектар, которые проработаны сегодня под ПРТ, под аукцион, без разницы. Уже сам думаю, был бы застройщиком, приехал бы, если честно.